Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает один из главных праздников – День России. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли и в Каспийске. Начался этот праздничный день на площади с арт-площадки «Рисуют дети, мы рисуем мир», где 20 учеников детской художественной школы города изобразили тематические рисунки. Это мероприятие проводит Министерство культуры совместно с Республиканским домом народного творчества города Махачкала. Но мы являемся не сотрудниками, мы всегда помогаем во всех мероприятиях и Министерства культуры, и Дому народного творчества. И вот сегодня наши ребята рисуют на тему «Дети рисуют мир». Это очень такая животрепещущая тема сейчас, именно в данный момент. Ребята рисуют только хорошее, конечно, чтобы не было войны, чтобы мы жили мирно, чтобы у детей было счастье, мирное небо над головой, голубое, желтый песок, как сейчас у нас, яркие зеленые горы, видите, сколько красок. И вот я думаю, что ребята все это отразят в своих рисунках. Помимо этого, здесь также развернулась площадка по аквагриму «Мы патриоты России». Представители Дома детского творчества всем желающим изобразили на лице символику нашей страны – триколор государственного флага. Наши педагоги приняли активное участие. Дети довольны, дети ждут рисунков. Вот. Я от всей души поздравляю всех каспичан с этим днем мира, добра и благополучия. Продолжился праздничный день концертами творческих коллективов региона и города, а также раздачей флагов России.